Конечно, тяжелая игра, и мы знали, против кого играем. Готовились к этой игре, к сожалению, проиграли, но мне сейчас действительно не в чем упрекнуть ребят, потому что даже в десятером они старались, шли вперед, создавали моменты. И, наверное, сегодня я бы хотел поздравить Витю Цыганкова, который вышел в таком возрасте в Лиге чемпионов и действительно показал хорошую, зрелую игру. Претензий к команде действительно сейчас нет. Мы разберем игру, разберем наши ошибки при пропущенных мячах, но я думаю, что эту игру можно записать в позитив ребятам, потому что по отдаче, по желанию, они, наверное, показали, что у нас есть команда. Сергей получает желтые карточки в основном первые 10-15 минут. Конечно, мы пытаемся сдержать его агрессию. Конечно, это нарушение игровой дисциплины. И это ненормально, когда ты имеешь желтую карточку симулировать. Мы все это видели. Но, наверное, судья тоже понимал, в таких ситуациях в Лиге чемпионов, в штрафной, ну, он перепрыгивал ногу игрока. Я не видел точно этот момент. Я не могу сейчас сказать, симулировал он или нет. Но имея желтую карточку, наверное, нужно думать, что ты можешь оставить команду в меньшинстве. Мы говорим об этом, и не только Сергею. Все это понимают, насколько каждый игрок важен для команды. Сари очень хорошо изучал игру нашей команды. И те мячи, которые они забили, те моменты, которые они создали, действительно, это после глубокого анализа нашей игры. И они создавали численное преимущество в зонах Макаренко, в зонах крайних защитников. И за счет этого делали передачи с фланга, выходили, находили свободное пространство за спинами. И за счет этого сыграли, и за счет этого выиграли игру.